Девушки, всем привет! Сегодня я хочу показать, как я ухожу за своими пяточками. Сегодня речь пойдет только о стопах. Педикюр я оставлю на другое видео. Сегодня поговорим только о пятках. Процедура моя достаточно стандартная. Я набираю горячую воду, добавляю туда мыло и парю свои ножки, распариваю очень-очень-очень хорошо, чтобы все было мягенько, красненько. То есть, в принципе, эта процедура очень стандартная. Дальше я беру вот такой вот очень интересный инструмент. Он идет с лезвием, благодаря которому я обрезаю всю лишнюю грубую кожу, которая уже вот мертвая. Садимся поудобней и аккуратненько, не спеша, сильно не надавливаем, я счищаю всю кожицу. Таким инструментом я пользовалась, когда работала в салоне красоты. Очень популярный инструмент у нас в Испании, но им нужно научиться пользоваться, потому что если вы сильно надавите, вы просто обрежете кожу. Вообще очень удобно, очень быстро и очень эффективно, но нужно сначала немножко попрактиковаться. После того, как я обработала пятку, я беру пилочку и хорошенечко счищаю все остатки, чтобы пятка была гладенькая. Затем смываю все водой, чтобы было все чисто. Дальше я беру скраб от Yves Rocher и хорошо прорабатываю всю ножку и ступню, и, естественно, пяточку. Ну и в последнем шаге в уходе за моими пятками я использую различные крема или гели для ног. В данном случае это гель от Yves Rocher, который успокаивает и охлаждает ножки. Ну и в принципе это все. Вот так вот я ухаживаю за своими пяточками легко, быстро, эффективно. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо за внимание и увидимся с вами очень скоро в следующих видео. Всем пока-пока!